Короче, ребята, всем привет, с вами снова я, RestorPlay. Я сегодня куплю себе питомца, который появился у нас на Захаю. Да, вот именно 1 февраля появился питомец. И я решил задонатить, сейчас посмотрю, вот магазин Захаю, задонатить 1020 мини-коинов. И, в принципе, это не так уж и дорого. И вот хочу купить вот такого себе питомчика. Блин, он такой милый. Так как я лютый фанат Захаева, ну не сказал бы, что лютый, но все-таки я решил все-таки взять и задонатить на этого питомца. А что мне ждать, пока я его получу во благо? Нет. Зачем? Сейчас я вот немного коплю, да, получаю денежку небольшую и могу себя порадовать немножко, поэтому... Ах, да. Покупаем себе питомца. Это вообще жесть. О, капец. Ну и все. По идее, у меня этот питомец есть. Правда, где он? Питомец. Меня что, заскамили? Было бы нехорошо. Давайте еще раз вернемся в лобби. Но питомца нет. Давайте я перезайду в Майн. И меня, походу, заскамили. У меня питомца нет. Что? Вы только посмотрите, а чё он не одевается-то, а? А, может, шкафчик мне нужно? Ну, да. У всех есть, а у меня нет. Да, это жестко. 5 minutes later. Ребята, я снова тут и хочу вам сказать, что это не скам. Сказочный долбоёб. Спросите ли вы, как вообще я исправил проблему? Все очень просто. Я перезашел Майнкрафт. Вот, и спросите ли вы, где мой питомец? Вот он сзади меня. Я ему могу сделать имя. И вот давайте, ребята, давайте вы на комментариях напишите, какое лучше ему имя сделать. И давайте вот реально без всяких вот этих шут. Давайте не банальное имя, а давайте какое-нибудь реально оригинальное имя, которое связано вот со мной. Вот, ребят, чья идея будет лучше всего, того я закреплю комментарий. Мне кажется, 400 рублей это не так уж и много, чтобы покупать такого питомца. Вот. Хоть он и в лобби только, но все-таки это очень классно. Всем спасибо за просмотр, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Кстати, ребята, скоро на моем YouTube-канале выйдет первая серия моего, так сказать, фильма, вот, вышло очень классно. Давайте, всем удачи и всем пока-пока.